Всем здрасте. Здорово, пацан Дре. Короче, погнали, продолжаем анекдоты. Да, давай. Ты что загадывала? Я как всегда. Да, да, да. Давай ты первая. Короче. Заходит такой мужчинка в аптечку. В аптеку. Такой подход к продавщице. И говорит: у вас есть гандон с усиками? Продавщица такая, долго не думаю. Да, есть, но он сегодня на работу не вышел. Трэш, трэш. Просто трэшак, нахуй. Короче, мой? Да. Чуть приспусти ниже. Вот, вот. Короче, священник в школе. О, все, это уже смешно. Рассказывает, типа, детям. Говорит, вот как все становится плохо в нашем мире. Вот смотрите, вы все начинаете с сигаретки, маленькую сигареточку берете, курите, потом уже побольше сигареты курите, потом две сигаретки, пачку, потом начинаете пить. Наркотики употреблять, вести типа блядский образ жизни, там ходить в клубасы, зажигать, типа, ну, трахаться без гондона, короче, все жестко. Ну, типа, к чему все катится? Ну, а малой Вовочка поднимает руку и говорит: слушайте, а где можно взять вот эту первую сигаретку, ту самую маленькую, чтобы начать? Короче, Катя как жирафа на третий день доходит. Разочаровывайся. Если понравилось, ставьте лайки, дизлайки, все, ставьте, подписывайтесь. И завтра мы снова с вами встретимся. Все, пока. Блядь, что такое? Что, ничего, все, до свидания.